Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта будет производить продукцию для сельского хозяйства и железных дорог. На предприятии завершается масштабная программа по модернизации производства. За последние два года благодаря госинвестициям здесь смогли в два раза увеличить объем выпуска продукции. Стратегическое изделие – сердечник для бронебойно-подкалиберных танковых снарядов, пробивающих сталь до 300 мм. И чем отличается бронебойно-подкалиберный? Против него невозможно защититься. Завод может выпустить столько, сколько нужно. В планах сосредоточить производство на площадке в 3 гектара вместо 9. Целый корпус хотят отдать под выпуск гражданской продукции. Сейчас ее доля лишь 8%, а должна составлять половину. Это гидроцилиндры для сельхозтехники, запорные вентили для коммунальной отрасли. Есть несколько опытных образцов насосов для перекачки нефти. Мы планируем делать колесные пары для РЖД, что, кстати, востребовано также и в Санкт-Петербурге, и вообще в северо-западном регионе. Проект стоимостью в 1,5 миллиарда рублей рассчитан на ближайшие несколько лет. В октябре завод отметит 105 лет со дня основания. К этой дате уже сделано немало. Предприятие может обеспечить любой объем госзаказа. А к 110-летнему юбилею здесь обещают полное преображение.